Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и продолжаем с вами играть Hustle Castle. Ну что же, я зашел буквально на несколько минут глянуть, как у меня здесь обстоят дела. И я как смотрю, все в принципе нормально. Нападения не было. Так, этим у нас по полтора часа еще учиться до уровня. Кулинария у меня строится, 6 часов, почти 7. Магия изготавливается. Ну что же, так, ага. Эльвира опять у меня беременная. Ну что ж, бывает. Так, а у меня еще есть место для людей. Так, Гал, давай-ка мы тебя разведаем. Так, добавим магию. Да, ребята, с едой, как обычно, напряженка. Еще ничего не успело накопиться. Так же, как, в принципе, и магия. Так что, не знаю, посмотрим сейчас. Нет. Я думаю, что нету смысла, ребята, нападать. Ладно, давайте, знаете, как сделаем? Встретимся немножечко попозже. Совсем капельку. Так, привет, ребята. Опять я зашел глянуть. Так, сколько им тут? 52 минуты. Ёлки-палки, для меня кажется, что прошла уже вечность. А нифига практически не изменяется. Придется мне вот эти лоскуточки потом как-то между собой скомпонировать. Так, ну ладно. Раз пока ничего здесь не было, заберу я ваши подарки и, конечно же, отправлю вам. Так. Ну что, подарочки отправил, забираю самый большой сундук. Ну и буду надеяться, что из него что-нибудь да выпадет. Так, давайте-ка. Что? Так, ресурсы. Ну, из большого обычно только ресурсы и падают. Так оно и есть. Ладно, не беда. Так, казначей 4 уровня. Как говорится, ни денег, ни еды, ни манны. Ничего у меня нету. Печалька, ребята. Совсем засада. Чем сейчас мы тут с вами займемся, интересно мне знать, а? Я даже не представляю. 6 часов 12 минут нас еще ожидает в этом строительство кухни. Естественно, за это время, ребята, я не смогу воевать, а уж тем более получать еду. Потому что кухня развивается у нас. Поэтому, ребята, я единственный выход вижу, это просто здесь посмотреть, что происходит. Ну, нет, ресурсы я собирать не буду однозначно, ребят, как хотите. А вот магию, наверное, я дождусь. Там 18 секунд осталось, ну, уже 12. И, естественно, это будет хорошо. Можно было бы, в принципе, сделать один бой, выход куда-нибудь. Но стоит ли оно того? Ну, а также есть и другая идея, ребята. Встретиться немножечко попозже, когда уже все уравновесится у нас. Всем привет, хорошего настроения. Ну что, ребята, продолжаем Hustle Castle. Вау, ребята, у меня получили 29 и 30 уровень. И это, конечно, очень хорошо, только жалко, что у меня нету шмоток, которые бы я мог одеть на этот уровень. Ну да ладно. Как говорится... Так, 3 часа 34 минуты нам осталось еще ждать. Повар 6 уровня у нас получил. Так, кто у нас тут? Валерия, да? Девочка. Угу. А тут? Елизавета. Замечательно. Итого у нас 27 жителей из 30. Так, ну-ка давайте-ка глянем мы этого Гала. Не дает он мне покоя. Ну что же, давайте рискнем своим здоровьем и попробуем его... А в принципе, что пробует, ребята? У него три воина. А нет, смотрите-ка, что происходит. Ёлки ты палки. Три воина, но довольно сильных. Смотри, что делает, а? Ёлки ты палки. Но все-таки мы победили. Да, неплохо взяли ресурсов. И давайте их отхилим. Так, давайте-ка, ребятушки, лечитесь. Так, ты куда побежал-то у меня? Эй, тормози-то. Ты смотри, что чудит. Иди обратно. Разогнался. Ах ты, маг хитрожопый.
Да куда ты там побежал-то? Не захотел идти лечиться, побежал к алхимикам, а? Манну добывать. Не, это уж братец. Не тут-то было. Так, колодец маны, да? 100 тысяч нам надо, ребята, буквально насобирать. Но это не так много. А вот с деревом, конечно, у нас засада. Так, давайте глянем. О, спасибо вам, ребята. Спасибо вам большое за подарки. Я очень это ценю. Ну и, естественно, я вам тоже отсылаю подарки. Так, ну что же, здесь у нас ресурсы выпали, а в этом... И в этом тоже. Ну, в принципе, ресурсы мне сейчас нужны, как никогда. Особенно дерево. О, кристаллики выпали. Так, замечательно. Ну что? Так, иди немножко подхилься. Ты пока добежишь, уже отхилишься. Замечательно. Так, ну что ж, давайте пройдем, ребята, с вами на карту и кого-нибудь пошоркаем. Да, еды, конечно, опять же, у нас мало, зато полным-полно магии. Так, ну давайте кого-нибудь выберем, посмотрим, что тут у него. 23 тысячи, многовато, не пойдет. Так, максималист, у тебя-то как дела? А вот максималиста как раз нам и не хватало. Давайте его разтеребунькаем. Я надеюсь, у нас это получится. Ну, должно же. Да краса, ну как так? Ну, родная, ну вот и другой разговор. Тихо, 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 маги, успокойтесь. Вот так, отдохните немножко. Так, ну что, неплохо я получил, да? И деньжат, и дерево как раз, которое мне нужно. Так что, возможно, мы сейчас с вами... что-нибудь поставим на крафт. Ну-ка. Колодец маны, например, да? Так, подожди, что-то не то. Колодец маны. Ага, вот он. Ага, это значит, где у меня алхимики сидят, да? Добывают манну. Ну что же. Блин, да что такое? Ага, 5000 дерева не хватает. Ну-ка. Вот теперь все нормально. Теперь можно развивать. Я просто решил, что делать все буду по столбику. Ну и заодно, как говорится, приберегу свои деньги. Если буду выходить из игры, чтобы меня не ограбили. Ну, ограбят-то, конечно, ограбят, но унесут не так много. Так, возвращайся, возвращайся. 18 тысяч, да? У меня еды. Это буквально, ребятушки, на один бой. Да, давайте-ка глянем. Лавовые брызги. Ой, как же я хочу тебя растеребунькать, а, босяра. Давайте, ребят, попробуем, вдруг прокатит. А то он уже меня, честно говоря, достал. Была не была, поехали. Ну что, родной мой, давай поговорим с тобой наедине. Так, ох ты, этих мы быстро расшуршали. Сейчас он, ребята, распадется, по-моему, еще на три, да? На три, да, вот они. Ну-ка, лучник давай, мой родной, наяривай. Ёлки-палки, да ну нафиг, что, опять что не получится? Лукарь, держись, я в тебя верю. Блин, их тут двое. Ну, давай, 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 ну. Только бы не убил, только бы... Есть, ребята! Вот это лук, вот это я понимаю. Вот это мужик, блин. Ух, одолел этих чертей помойных. Вот это мне нравится. Все-таки не зря я взял себе лучника. И... Так, давайте вскроем чемоданчик, сундучок точнее. Вау, арбалетик еще один выпал. Да, ребят, но, к сожалению, он похуже, чем тот, который у меня сейчас стоит. Так ведь? Да, он будет похуже, поэтому я не буду его ставить. Ну что же, это радует меня, ребята, радует. Я хотя бы немножко продвинулся по основным заданиям. И этот босс меня уже больше не будет как бы волновать. Ну, я думаю, что там будут еще более мощные противники, с которыми нам придется с вами столкнуться. Так, давайте отхиливайтесь. Так, поленья, я думаю, нет смысла брать. Так, казначей 5 уровня стал у меня. Да, и не забудьте, что я потихоньку избавляюсь от трехзвездочных людей, горожан. И хочу сделать всех пятизвездочными. Ну, по крайней мере, я буду к этому... стремиться. Пока еще ни одного пятизвездочного у меня нету.
Вы задаете вопросы, как это сделать, я вам говорю. Берете трехзвездочных, спариваете их в комнате, получается четырехзвездочный. Ну, не всегда, конечно, 50 на 50. Потом берете этих четырехзвездочных, мужчину и женщину, в комнату и ждете, когда у вас родится пятизвездочный ребенок. Эх, елки-палки, не хватает еды. Не хватает еды, ребята, ну полная засада просто, а. А так хотелось повоевать. Ну вот у меня прям руки чисто. Я вот чувствую, что сегодня вот мой фартовый день. И на дроп, и на деньги, и на ресурсы, и на все. Но, как видите, яблоки не дают мне развернуться. Как будто бы специально, а? Ну, ладно, не будем отчаиваться, ребята. Сейчас мы с вами, знаете, что сделаем. Так, вот я думаю, какая у меня следующая цель будет, а? После кухни, я имею в виду. И у меня еще и мана апгрейдится. В общем, все будет на мази. Потом мы с вами определимся. Давайте выставим магию. Так, и новую поставим. И давайте, ребятушки, встретимся с вами немножечко попозже. Через, наверное, пару часиков. Всем привет. Ну что, ребята, у нас тут творится. Давайте глянем. Так, тут 4 часа будет делаться. Тут, ага, часок остался. Ну что же, нормально. Я считаю, что это все хорошо. На самом деле, я просто не могу дождаться, когда у меня все-таки изготовится кухня, чтобы собрать яблоки и начать хотя бы воевать, драться там или что-то делать. А то стоим на одном месте, как эти. Да, ну что ты там такое? Куда ты? Не могу ее выловить. Иди сюда. Так, вот будешь здесь у меня стоять и рожать детей. Так, 3 человек я еще могу воспроизвести. Так, ну вот вы видели, ребята, сейчас я четырехзвездочную поместил в четырехзвездочную. И надеюсь, родится пятизвездочный ребенок у нас все-таки. Так, ребята, мне еще раз прислали подарки. Спасибо вам огромное. Сейчас мы их будем вскрывать, естественно. Так, и я надеюсь, что выпадет еще что-нибудь, кроме ресурсов. Но, знаете, за последнее время я очень в этом разочарован. Потому что такое ощущение, что мне специально здесь гнобят, чтобы я ничего не получил, кроме ресурсов. Точнее, никакой ни шмотки, ни амулетика, ничего. Видите, ребята? И это продолжается уже неизвестно сколько времени. Ну, я надеюсь, что потом, все-таки я что-то получу очень хорошее и мощное. Так, давайте, наверное... Так, ты какая у меня получилась? Ну-ка. Вот, ребятушки, видите, Елизавета, 4 звезды. Просто замечательно. Как я вам и говорил, что от 3-звездочных я буду отказываться, буду их выгонять. По мере возможности, естественно. Как у меня будут заполнены все жители, я начну отсеивать. Так, что у нас здесь еще? Так, поленья, смысла нет собирать, да? Давайте вскроем тогда сундук и посмотрим, что у нас из него выпадет. Опа-на, ребята. Одежоночка на лучника. Надеюсь, хорошая. Нет, ребята, нет. Слабовато она, конечно, будет. Так, ну что вы тут? Так, Аврора. Аврора, кстати, да елки-палки. Не могу никак выделить, а. Иди сюда. Так, у нее 4 звезды и мужик с 4 звездами. А, нет, Дмитрий, а почему у тебя 3 звезды? Может быть, тебя в зашей выгнать, а? Гуляй, Вася. Ты мне больше не нужен. На твое место придет более сильное поколение, более умное. А ты можешь идти гулять там, во свояси. Так, Стася у нас тоже 3-звездочная. Так что пора и ей тоже погулять. Так, ребята, у меня 25 человек. На этом я, наверное, пока, наверное, остановлюсь. Хотя Аврора радио. Елки-палки. Ну, если я сейчас, ребята, всех выгоню, конечно же, я тогда не смогу получать деньги. Так, Ева, давай-ка тоже отправляйся, погуляй. Но Ева не дура, конечно. Вы же видели, что написано было. Беременную женщину выгнать нельзя. Так что она остается с нами. Ей повезло. Так, давайте-ка
прошуршим этого паренька. Ой-ой-ой-ой, нет-нет. На него мы пока не будем лезть. Слишком... Вот Сильвера можно просканировать. Вот, вот это уже другой разговор. Это уже ближе к телу, как говорится. Давайте-ка его раздеребаним. Ну, по крайней мере, попробуем. Так, пока очень плохо все идет. Очень-очень-очень плохо, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай-давай-давай, маги, рулите. Лукарь, ну-ка. Ну, Лук, ну ты просто красава. Я, что я могу еще сказать по этому поводу? Да ничего. Какой же он у меня умница все-таки, а? Блин. Фатальный просто мужик, брутальный, я бы так сказал. Блин, ему бы еще бы броню хорошую, а? И все, и цены бы ему не было бы. Ну, пока он и так справляется со своими обязанностями, что не может меня не радовать. Так, давайте... Ага, хотел сказать, сейчас мы отхилимся и еще сходим с вами повоюем. Конечно, повоюем мы. Ну да ладно, главное, что мы закончили с вами кухню делать. Это уже большой плюс. Соответственно, будут идти яблочки. Так, собираем древесинку. И я думаю, ребята, может быть нам с вами немножечко разобрать что-нибудь из шмоток, из старья. Там уже вроде бы так нормально накопилось. И, как говорится, можно немножко почистить. Так, давайте, ребята, лечитесь. Так, а мы начнем, наверное, с вами разборку полетов. Да, она нам не нужна. Так, что еще? По-моему, это тоже слабенькая. Так. Ну, вот это тоже мы обязательно разберем. Че он, на первый уровень? Ерунда. Так. И хватает нам на что-нибудь, ребят? Нет, не хватает. К сожалению, не хватает. Ну, а разбирать я пока тоже ничего не буду, потому что там осталось самое-самое, так сказать, необходимое нам. Так, давайте-ка забьем себе и поставим на изготовление. Так, отлично. Ёлки-палки, ну как же хочется сходить подраться, ну не с кем, а не с кем. Да и яблок-то в принципе просит, а нет, 10 тысяч, 5 тысяч на за смену противника. Угу. А у меня и нету, у меня всего 700 яблочек. Так, ну-ка тебя, 20 тысяч мощей. Ну в принципе противники рядом со мной не такие уж сильные, как были до этого. Сейчас глянем. Вот, тут вообще 19. Да, видите, как назло, нет еды. И противники такие, которых можно было бы побить и неплохо на них нажиться. Но я даже не знаю. Я даже не знаю, что мне делать. Если только, опять же пропускать время. Прошуршу я их тут всех. Ну, 23 тысячи. В принципе, такой сильный противник. Так, Kill Real, у тебя как? 21 тысяча. Тоже неплохо. И ведь больше чем уверен, что когда у меня накопится еда, этих ребят не будет уже здесь. Будут какие-нибудь другие, которые мне ни по карману, ни по силе, ни по оружию, ни по мощи. Даже 9500 не хватает, чтобы сделать основное задание. Ну-ка, сколько дадут яблок? Ну, все равно этого мало. Че тут 1639? Конечно же, это ни о чем. Так, тут у меня почти 4 часа будут еще колупать колодец манны. Так, эти все нормально. Так, у тебя какой уровень? 29-й? Нет, подожди, пока мы тебя не будем отправлять, все-таки будешь у меня стоять и охранять, наверное, замок. Потому что денег у меня немало, почти 100 штук. А, знаете, у нас людишки такие жадные, увидят, что у тебя 100 тысяч. Ай, вперед, вперед, вперед. Иди гуляй отсюда. Так, подожди, 3 звезды, да, ты нам не нужен. Ну что же, ребята, на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся в следующей серии, где у нас будет уже еда, комфорт и тому подобное. Ну ладно, ребята, давайте, не болейте и до скорого. Всем пока.
Bouncing the top, a nigga, you can't stop. Bounce.